Именных стипендиатов фонда «Поколение» чествовали сегодня в Белгороде. 275 одаренных и талантливых студентов из разных районов области признаны лучшими за отличные результаты в учебе, творчестве, спорте и общественной жизни. Церемония вручения ежегодной премии прошла в молодежном культурном центре Белгородского госуниверситета. С подробностями наш корреспондент Елена Труфанова. Персональная стипендия фонда «Поколение». Кто ее достоин? Пожалуй, тот, кто способен удивить. Удивить своими способностями, целеустремленностью и большой силой воли. Среди лауреатов этого года Оксана Козлова, будущий лингвист, автор многочисленных научных публикаций. Девушка доказала всем и прежде всего себе, что инвалидная коляска таланту не помеха. Даже если душа просит танца. Эти концертные кадры мы снимали летом прошлого года. Оксана в числе выступающих. Сегодня она вместе с другими лучшими студентами региона – почетный гость церемонии. Девушка охотно делится секретом своих успехов. Для того, чтобы добиться какой-то цели, в принципе, всегда нужно желание. Если его нет, то все, ничего не получится. Заниматься любимым делом и не сидеть на месте. Жизненное кредо Артема Липатова. Юноша из Губкина виртуозно сочетает отличную учебу, участие в олимпиадах, активную общественную жизнь, занятия воркаутом и фаер-шоу с работой программиста. Удаленно разрабатываю приложение. Мой работодатель находится в Краснодарском крае. Но вот уже есть калькуляторы по радиоэлектронике, уже рабочие в интернете, мной написанные. Артем в числе 25 счастливчиков, которые сегодня получают именную стипендию из рук депутата Государственной Думы Андрея Скотча. Поднялась на сцену за заслуженной наградой и Инна Щепетнова. Хрупкая девушка, способная заткнуть за пояс многих мужчин. 290 килограммов на штанге – суммарный вес, который Инна смогла поднять на соревнованиях по пауэрлифтингу. Сейчас жительница Алексеевки, будущий финансист, готовится к новым победам. Я буду работать по специальности. Вот. На следующий год хочу поступить сюда, в БелГУ, в магистратуру. И планирую крупные соревнования – это в августе на Кубок мира. За 13 лет существования премии высокого звания были удостоены более 3000 белгородцев. Это не только студенты белгородских вузов, но и среднеспециальных учебных заведений. В этом году ребят ждал приятный сюрприз. На церемонии Андрей Скотч объявил об увеличении стипендиальных выплат на 1000 рублей. С этого года будет так. Обычный будет 5, а повышенный будет 6. При этом неважно, бюджетник ты или обучаешься на платной основе. Однако сами ребята признаются, что деньги все же не главное. Для них это важный шаг на пути во взрослую жизнь. Они становятся лидерами разного масштаба. Один будет лидером в семье, другой будет лидером в своем трудовом коллективе, а какой-то может быть лидером государства. Все зависит от личности, от обстоятельств. Но вот эти ребята, они уже наполовину готовы к взрослой жизни. И они своей нынешней жизнью показывают пример многим. Они настоящая надежда нашей Родины, нашей страны. Елена Труфанова, Эдуард Горелов, «Новости мира Белогорья».